Вейт, славян, 29 лет, сказал, а, собака Эврион звездочка звездочка звездочка. Подводя итоги февраля, я крепко призадумался. Хотелось два рейда, вроде мы их получили. Но один рейд, где приходят ребята Саши, Базука, получается мощным, а второй, в который такие крутые ребята не приходят, получается слабее, и его тянут твинки людей, кто осиливает играть двумя и более персонажами. Но типа ЕПГП возобновилось. Теперь ребята хотят повернуть велосипед под другим углом и посмотреть на него через другие очки, через призму хуйни, которая у людей не иссякает в голове. Ну хули им объяснять, что по любой системе шмотку заберет за один рейд сначала один, а на Next KD, другой игрок. В связи с этой хуйней начинаю призадумываться о правиле кикать за любой базар за систему. Теперь все будет по ЕПГП, пристальное внимание эрлы и офицеры гильдии должны обратить на то, чтобы люди даже не пытались наебывать со спеками мейн и офф. Есть один спек главный и второй вспомогательный. Только РЛ и ГМ вправе поменять человеку спек с второго на первый, и то в случае, если этот спек необходим в рейдах или, например, 5 танков в рейде, когда надо всего 2. И тогда тот человек, которому поменяли спек, ролит на новый главный спек как на основной. Из рейда в рейд мы спеки не меняем, сегодня поролил на ДКДД, завтра поролил на ДК танка, такой хуйни не будет. Основной спек – полная сумма указанного в таблице ГП. Второй спек – половина. Кто заикнется про какую-либо залупу по ролу там или еще что-то, ищите себе гильдию с охуенными системами. Ролить будем только на конкурсах, которые я устрою, и вы роливать будете призы, которые я вам готовил из ГБ. А в 25-ках будем ебашить по-серьезному. Кроме лайков нихуя не принимается звездочка, звездочка, звездочка.